Всем хаюшки, с вами Амбрелла. Я наконец-то добралась до игры Touch. Меня уже многие просили снять на нее обзор, но что ж, вот она, любуйтесь. Сегодня я хочу сделать такой обзор, наверное, от лица новичка, от лица человека, который впервые ее видит. Ну, давайте посмотрим, что же мы можем сделать. Я так понимаю, меняются только глаза, да? Ну, ладно, пускай будет такой, как есть. Пишем, конечно же, Umbrella. Аж интересно, будет он занят или нет? Нет, не занят, отлично. Нет, он занят, вы представляете. Что мы делаем в такой ситуации? Дописываем 2016. Поехали. Смысле? Нам просят ввести всего лишь 8 символов. Давайте сделаем так. Давайте сделаем большую пуговку последнюю. Нет, это ужасно. Это просто ужасно. А что если так? Ой, не то. Давайте так все-таки. Да, пустили. Нужно было просто поменять регистр. Что? Поехали. Да, Windows. Да, я хочу на полный. Очень хочу мое разрешение. Моего разрешения здесь нет. О нет. Нет, о нет. Это очень плохо. Ну ладно. Видео. Ну, все-таки давайте на высоких сделаем. Вроде как у меня все это тащит. Давайте сделаем что. Backup dancers. Блин, я не помню, что это значит. Ну ладно. Это профиль, я так поняла, да? Ладно, давайте. В смысле? Так. Ну что ж. Нажмите стрелку вниз, нажмите стрелку вверх и так далее. В общем, видите, да, очень похоже на Имстар, кстати. И, кстати, опять же, кстати, при загрузке тоже танцует девушка, как и при загрузке Имстара. Так что я хочу сказать, что это прям, можно сказать, копия. Так, дабл пресс. Ага, давайте. Готово, я готова. Это наши любимые косые стрелочки. Ну, в общем-то, ничего сложного. Кто играет в Имстар... Кто играет в Имстар, тому будет это просто. В общем-то, труда не составит научиться здесь всему. Вообще, видите, первый танец сразу вот в лоб. Самые такие основные шаги. Мне кажется, это круто. Без всяких лишних слов здесь нам просто показали кнопки, мы на них нажали, и блестяще после обучения. Без всяких лишних слов, я повторяю, да? Так, что ж, хотите запомнить все шаги, ну, потренироваться, как танцевать, там, допустим, песню, да? Нам предлагают войти в игру и попробовать первую нашу песню. Давайте попробуем песенку танцевать. Ну что ж, мне нравится, кстати, да. Кстати, вот оценочки, да, мы видим при нажатии стрелок, это как в Имстаре режим идеал. Ну, это усиленная комбо, кстати. Mm,
Ну, что я могу сказать? Здесь графика, наверное, можно сравнить ее с графикой в Audition в третьем. Ну, я сужу по тем играм, в которые я играла. Хотя, кстати, на «Танцуй» тоже похоже немного. Не, ну геймплей однозначно эмстаровский. В общем-то, и физика персонажей тоже. И это круто. А, Backup Dancers, это же это подтанцовка. Это их можно было убрать в настройках. Ну, да ладно, так веселее. Классно, я вам скажу. Неплохо, очень даже неплохо. Ну, честно, мне вам старый график понравится побольше. Ну, на крайний случай, кого не пошел M-Star, танцуйте в это. Потому что мне многие очень писали, что у них по какой-то причине не запускается M-Star. Ребят, я очень хочу вам помочь, но серьезно, я не знаю как, я не разбираюсь в этом. Конечно, может быть, это мой большущий минус, но я, увы, не могу вам помочь. Я показываю игры, я не настраиваю, я не компьютерщик, в конце концов. Так что извините, если кому-то я не помогла, кому помогла, я очень рада, что я вам помогла. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что нам предлагают дальше. Ну, в общем-то, что могу сказать. Гримерка тоже в какой-то степени похожа на M-Star. Да нет, ладно, не буду сравнивать здесь. Но персонаж, правда, не крутится, вот это странно. Так, что-то нам миссии, да? Принимаем. А что нам нужно сделать? Нам нужно завершить любой танец с каким-нибудь танцором. Или самим, кажется. Так, нам показывают, где нам создать этот танец. Ну, реально, смотрите. Кстати, смотрите, у нас кто-то создал комнату. Нам не дают туда присоединиться, нам говорят создать. Боже мой. Ну, давайте создадим, давайте. Блин, даже... Вы посмотрите на это, любители M-Star, обратите внимание, локации это те же самые. Это, посмотрите, это у нас зал ожидания, комната ожидания. А это, блин, как она там называется? Хоть убейте, я не помню, я постоянно путаю две локации. Сияние звезд, кажется. Нет, не сияние звезд. Блин, я, короче, вообще забыла, как называются эти локации. Но вы меня поймете, вы знаете вот эту красивую сцену. Давайте создадим. Что? Почему? Почему они не могут создать? Что за бред? Давайте эту создадим. Ну, может быть, мне просто сцена еще недоступна это. Так, ну что, что? Ходим, так, ходим. Кстати, буковками тоже ходить можно. Да, M-Star, чистый M-Star. А сесть мы можем? Нет, сесть мы не можем, к сожалению. Так. Ты что, зеваешь, что ли? Не вздумай даже. Даже не вздумай зевать. Нам некогда. Абсолютно некогда. Так. Я так понимаю, это сложность, да? Уровень 1, уровень 2. Ага, а это у нас получается режимы. Да. 8 клавиш есть? Вау! Мне будет чем заняться в этой игре. Окей, Bubble Mode, Touch Mode, Hot. Но у нас пока только один режим доступен, это режим ход. То есть touch normal, а музыка у нас рандом, полный рандом. В общем-то, да. Да, difficulty это сложность, насколько я поняла. Какой противный звук, конечно. Так. Это зрители. А в чем здесь плюс, наверное, тоже. Здесь могут танцевать 6, как я поняла, да? А зрители у нас 10. Так что это немножко побольше, чем в M-Star. В M-Star у нас тоже 6 участников, но 6 зрителей. Так что здесь посмотреть могут...
Ой, ну, в общем, вы поняли. Погнали, станцуем что-нибудь, покажем. Посмотрим, что у нас еще в этой игре есть. Слушайте, ну вообще, просто... Нет, показалось, ладно. Движения очень подходят под направление стрелок. В общем-то, танец сделан отлично, я считаю. Ну, ребят, им стар. Чисто им стар. Ну, all combo, это значит, что мы не пропустили ни одной стрелочки. Думаю, всем понятно. Мне вот интересно, а волны здесь есть? Скорее всего, нет, да? Нам бы показали их в обучении. В общем-то, главную сложность у игроков МСТАР составляют именно волны. Но если здесь их нет, это просто игра шикарна для тех, кто их не любит. Ну, в общем-то, да, смотрите, она... Мне кажется, загрузится у любого. Там вначале может возникнуть такая штука с установкой. Нет, не с установкой. Установилась она у меня хорошо, сразу. Но потом при запуске, там будет 8 шагов, кажется. Вот на третьем шаге она может глюкануть. Просто не парьтесь, там она закроется, запустите еще раз. Но это как было у меня. У вас, может быть, будет по-другому, может быть, сразу все запустится. Так что... У-ху, у меня левел уровень 2. Это круто. Так, у нас S-очка. Это очень классно. Так. Я так поняла, кто-то что-то крикнул в мегафон. Что это значит? Это значит, что в этой игре есть люди. Давайте найдем людей, с которыми мы можем потанцевать. Давайте сначала завершим задание. Ого, сразу на 5-й уровень, видали? Так, откройте сумку и используйте рюкзак панды. Ой, блин, не туда, не туда, не туда. Сумка, так, отлично. Да, рюкзачок панды. Прикольно. Окей. Опять же завершить танец, но давайте мы этот танец завершим с кем-нибудь. Подождите, старт, стоп. Я хочу потанцевать с кем-то. Можно нам это как-то организовать? Давайте нажмем назад. Все-таки. Я хочу потанцевать с кем-то. Чтобы вам. Да иди ж ты нафиг, а. Давайте подсоединимся к этой. Девочки, да, наверное. Блин, вы прикиньте, я опоздала. А, нет, она танцевала. Смотрите, в общем... Да, она дотанцовывает, это же. Ну, судя по ее внешнему виду, она... Она тоже новичок и только что прошла задание, скорее всего, да? Ну,
Умничка, пони, 16. Очень приятно, я Амбрелла. Давайте что-нибудь станцуем вместе. Хотя бы не с этими дурацкими танцорами. Все-таки с живыми игроками поинтереснее будет. Так что... Так. Можно как-то игроком стать, в конце концов? Присоединиться можно так? Или... О, блин, присоединиться. Вот, я готова. Давай ставь что-нибудь. Интересно, на русском нет? Там, блин, а куда бы надо писать-то? Сюда, наверное? Давайте напишем мне. Ой, господи. На всякий случай так. Мало ли. Что? Ага, это мегафон. Блин. Это было круто. А, то есть это отправить всем? Current. Без понятия. Private. Гильдия. Система. Давайте, наверное, сюда отправим. Хотя нет, это будет конкретно ей. Так. Ну, так нечестно, блин. Ну, зачем ты сбежала? Ну, ёпрости. Зачем я пришла вообще сюда тогда? Ну, в общем, я людей в этой игре не наблюдаю. Ну, я думаю, со временем, либо со временем появятся, либо они уже давно тут когда-то были, вот. Короче, я вам показала игру, если хотите, добавляйте, устанавливайте, вот, зовите, может быть, соберем компанию, станцуем все вместе, вот, и на этом спасибо за просмотр, надеюсь, вам был полезен этот обзор. Ссылочку на эту игру оставлю в описании. Играйте в хорошие игры. Что могу еще сказать? Могу еще подвести такой итог, что эта игра, в общем-то, абсолютная аналогия AimStar. Ну, с немножко похожей графикой. Но я думаю, это не помеха, если будет с кем поиграть. Можно это терпеть, в общем-то. Так что... Спасибо всем, с вами была Амбрелла, 6 уровня, кстати говоря. Всем удачи в играх, ребят, всем пока.